Приветствую! В прямом эфире «Большой космос» — программа о самых интересных людях и событиях отечественной космонавтики. И прежде всего, о самом главном за неделю. Все, что происходит на Украине, происходит не сейчас. Для этого были корни, которые вовремя и до конца не выдернули. Под тюрьмам там находятся десятки тысяч политзаключенных, активистов русских организаций, организаций российских соотечественников. Многие из них просто физически погибли. Прекрасно помню, никто там никогда на этой мове не разговаривал. А потом пришли националисты, и они стали переделывать эту жизнь. Сначала интеллигенция улыбалась москаляку на геляку. Это был типа анекдот. Потом анекдот превратился в реальность. Потом они действительно стали убивать и резать русских людей. И украинцев, которые считали, что это неправильно. И поэтому погибают наши солдаты-офицеры именно там. Именно для того, чтобы спасти местное население, которое одурманено в течение 30 лет враждебной России пропаганды. Это очень сложная военная специальная операция. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева в Москве принял участие в гражданской акции «За мир» в поддержку президента РФ Владимира Путина и российской армии. Да здравствуют наши вооруженные силы, наши солдатики, наши офицеры. Пусть вернутся живыми. И слава России! Слава России! Слава России! Первые дни военной операции для меня были внезапными. Я думаю, что многие из вас согласятся, что наше общество не до конца было готово к этому. Но я доверяю своему президенту, я доверяю верховному главнокомандующему, что если эти меры были приняты, то значит другого выбора действительно не было. Все мы с вами читали последние дни документы, которые оказались в распоряжении Министерства обороны Российской Федерации, которые подтверждают прямую о готовящейся операции в направлении Российской Федерации. В случае взятия Донбасса нацисты на этом не остановились бы, они бы двигались дальше. И мы должны понимать, что другого выбора у нашей страны, как принять такое решение проведения специальной операции для того, чтобы освободить тех людей, которые на протяжении 8 лет подвергались угнетению, всевозможным пыткам, изоляции. И поэтому хотелось бы пожелать, чтобы мир был в каждом доме, в каждой семье, не только здесь, но и в Украине, чтобы все были живы, здоровы и счастливы. Сейчас, ребята, многих национальностей россияне сражаются за правду и за свободу. Конечно же, легко рассуждать, правильно ли все происходит или нет, а я скажу правильно. Рассуждать легко, сложно взять ответственность на себя. Как когда-то Сергей Павлович Королев сказал считать Луну твердой, он взял на себя колоссальную ответственность. Так и сейчас наш президент принял, на мой взгляд, единственно верное решение. Мы еще то поколение, когда очень хорошо изучали историю и знаем, что такое нацизм. И сейчас очень обидно, когда раньше люди, которые поддержали нас, те же поляки, те же венгры, те же румыны, которые радовались нашему освобождению, чем почему-то теперь нас называют агрессорами, а до этого мы были освободителями. В рамках гражданско-патриотической акции «За мир» ракетно-космической отрасли участники поддержали специальную операцию развертыванием полотна государственного флага Российской Федерации. Z и V – буквы латинского алфавита на боевой российской технике. Скрытые послания легко расшифровать тысячи разных способов, если рассматривать эти знаки по отдельности. Но если представить Z и V как начальные буквы одного некоторого слова, то разгадка может оказаться гораздо ближе. Жители Байконура выразили поддержку спецоперации, разместив оба символа рядом на самом большом в мире погоне и внезапно открыли для себя звезду. Байконурцы выступили с поддержкой в адрес президента России Владимира Путина. На стартовом комплексе 31-й площадки космического центра «Южный» на установщик ракеты наклеили букву Z, а сам стартовый расчет записал видеообращение, которое отражает настрой работников космодрома.
Мы поддерживаем решение нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мы поддерживаем действия наших солдат. Мы понимаем, что у России не было другого выбора. Либо быть независимой и сильной, либо перестать существовать. Мы уверены, что проведение специальной операции не направлено против мирного населения. И даже не направлено против воинских подразделений украинской армии. Мы уверены, что оно несет за собой целью только искоренение преступного правящего режима, который выбрал в своей идеологии нацизм. Мы поддерживаем наших братьев. Россия, мы с тобой! На центральной площади города сотрудники городских организаций и космического центра «Южный» организовали акцию «Мы вместе». В течение нескольких дней горожане собирали вещи, продукты питания, средства гигиены и другие предметы первой необходимости для беженцев из Луганской и Донецкой республик. Не остались в стороне и сотрудники космического центра «Южный». Очень многие люди захотели помочь беженцам Донбасса, собрали груз. В основном это продукты питания, вещи, дезинфицирующие средства. Теперь грузовой автомобиль с гуманитарной помощью отправится в Самару для дальнейшей передачи нуждающимся. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин встретился с депутатами Госдумы от фракции ЛДПР. Глава госкорпорации рассказал парламентариям о перспективных проектах России в космосе. Луна будет, Луна-25, впервые за 46 лет, последние, мы запускаем, я думаю, что это будет середина лета, мы вас приглашаем, сформируйте делегацию, это уникальный будет, конечно, пуск с космодромом Восточный, Михаил Николаевич Кайлов занимается этой темой, отвечает как раз за нее. Это НПО Лавочкина готовит этот аппарат, работает абсолютно молодой коллектив, там средний возраст 3-4 года, надеюсь и уверен в том, что мы эту миссию реализуем. Роскосмос окажет беспрецедентную поддержку частным российским космическим компаниям. Им будет предоставлен доступ к новым отечественным разработкам в области космического приборостроения, а также возможность практически бесплатной доставки на орбиту созданных частными КБ и стартапами космических аппаратов. Для этой цели могут быть использованы ракеты-носители «Союз-2», выведенные из проекта британской спутниковой системы «OneWeb». С частными космическими компаниями из России генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин также обсудил возможности по упрощению процедуры лицензирования космической деятельности и предоставления частным партнерам производственной и испытательной базы, а также максимально льготных пусковых услуг. О том, как частные российские космические компании выстраивают коммуникации и добиваются своих целей, в интервью нашей программе рассказала заместитель генерального директора Success Rockets Дарья Чудная. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Чем занимаются Success Rockets? Мы в Success Rockets за небольшую историю, которая там сейчас есть у компании, мы уже успели влюбить людей в космонавтику и вдохновить людей космонавтикой. Если вообще говорить про 2021 год, то у нас есть определенное количество достижений, которые внутри команды мы реально считаем вот прям успехом и возможностью двигаться дальше. И один из таких моментов — это, наверное, то, что нам действительно в 2021 году удалось осуществить
два пуска. Сначала мы запустили прототип суборбитальной ракеты в апреле 2021 года, как раз там в районе Дня космонавтики. И второй пуск — это декабрь 2021 года, когда мы запустили нашу ракету «Небо-25». Мы... Очень красочная. Она прям остается в памяти. Визуально вы имеете в виду? Да. Но это вот как раз одно из направлений коммуникации, потому что мы на этом пуске сотрудничали с диджитал-художником, с Никитой Реплянским, и мы увидели, что вот такое партнерство с Никитой поможет нам выйти на нужные нам целевые аудитории. Поэтому Никита, кроме того, что создал вот этот вот визуал, да, внешний вид ракеты, расписал ее, придумал концепцию, вошел в это там своей душой, энергией, ресурсами, силами и мыслями, создал эту ракету. Вдруг про космос узнали люди, которые да, вообще никогда в жизни не думали про космос. Мы не делали это сами. Это неинтересно. Неинтересно заходить в коммуникацию, когда вы говорите, мы вот с вами это сейчас сделали, когда вы стартап. Интереснее искать партнерство, интереснее искать коллаборации. Правильно, я понимаю, что Success Orgas позвали вас в формирующуюся компанию как раз-таки для ее, в момент ее создания. Абсолютно, абсолютно точно. Я пришла в команду, когда она существовала чуть более полугода, наверное. Вот в момент, когда коллеги уже поняли, что дальше без человека, который будет заниматься коммуникациями, просто невозможно. Потому что я убеждена, что это одно из важнейших направлений в компании. Я никогда не думала, что технические сферы вообще хоть как-то могут быть близки мне, несмотря на то, что там мой папа всю жизнь работает в авиации. И когда я заканчивала школу, папа мне, естественно, сказал, что «Ну что, мои?» Я говорю, нет, ну, вообще я хочу в театральный. Вот, в театральный мне поступить не дали, как это часто бывает. И таким образом я попала на журфак. И тернистый путь я прошла до первого знакомства с космонавтикой. И в 2014 году, в марте, я пришла работать в музей космонавтики. Меня как раз пригласили возглавить тогда пресс-службу музея, которая по факту не существовала. В музее была посещаемость 200 с лишним тысяч человек. Если мы возьмем, это, напомню, 2014 год, если мы возьмем, например, 2019 год уже, то посещаемость была больше 700,5 тысяч человек. То есть разница есть, там 200 с лишним и 700 с лишним. Что такое коммуникация? Коммуникация — это способность донести что-то недоступное определенным людям в такой форме, чтобы они заинтересовались и вдохновились этим. И мы делали это всегда в музее. И мы это делаем сейчас. У нас есть три направления. Первое — это сверхлегкие ракеты, суборбитальные и орбитальные. Второе — это спутники и спутниковые группировки. И третье — это анализ космических данных. Все начиналось именно с анализа космических данных, потому что большая часть команды Success Rockets, они пришли из IT, и они в какой-то момент увидели потребность в сфере IT, в космических данных. Когда начали работать со сферой анализа космических данных, поняли, что... Сразу появился вопрос спутников и спутниковых группировок, которые смогут эти космические данные доставлять и предоставлять. И дальше уже, когда начали прорабатывать тему спутников, поняли, что рынок сверхлегких ракет, его вообще в России нет. Поэтому решили пойти в это направление тоже. Действительно, возможность создания малых космических аппаратов, да, и необходимость удешевления их запусков, они будут... отталкивать развитие и ракетной техники как таковой, способов доставки их на орбиту. Абсолютно точно, потому что если мы сейчас говорим про космонавтику в целом, то комплектующие становятся гораздо меньше, и, соответственно, там, если мы говорим про спутники, то и сами спутники становятся сильно меньше. И частный космос, он и появился из необходимости отправлять более маленькие грузы на орбиту. Были сверхлегкие ракеты, потому что все становится миниатюрным, скажем так. И частная космонавтика, она в первую очередь должна закрывать эти потребности, когда речь идет не о выводе какой-то большой группировки на орбиту, а скорее о выводе на орбиту какого-то небольшого количества спутников, которые там будут каждый отвечать за свои задачи. Если следите за деятельностью Success Rockets, а вы, я думаю, точно следите, то слышали, что мы в прошлом году, в 2021 году, уже сделали демонстрационную модель нашего климатического спутника для мониторинга основных
парниковых газов, и эта демонстрационная модель была представлена в Глазго на COP26, на главной, наверное, на самой главной климатической конференции в мире. Успеха частной космической компании Success Rockets, которая, может быть, действительно одна из первых заявила о себе во всеуслышание в нашей стране, и благодаря которой и наши телезрители, и все те любители, поклонники космоса, те, кто просто следят за его развитием у нас, узнали о том, что частный космос в России есть, он развивается, и мы хотим ему пожелать громадных успехов, в том числе и в деле совместного творчества с нашей государственной корпорацией, которая, я думаю, во всем и всегда готова будет прийти к вам на помощь. Супер, спасибо большое, очень приятно. В большом космосе обсудим перспективы частной космонавтики в России. В нашей студии главный редактор экспертного «Мне медиа» про космос. Саша, здравствуй. Привет, Сереж. Ну, какие новости из мира частной космонавтики, российской, уже приходят? Я думаю, что за прошедшую неделю самое важное — это то, что 10 марта в России появилась ассоциация частных космических компаний. Ничего себе. Пока еще... Сколько в ней компаний? Пока еще в ней 7 компаний. Пока еще в ней нету таких заметных игроков, как, например, «Спутникс» или «Стратонавтика». Но главное, что они начали, а дальше, по идее, когда есть ассоциация, им уже легче договариваться с Роскосмосом, с какими-то государственными структурами, которые инвестиции выделяют, потому что им не придется договариваться с каждой компанией, да? А к ним уже приходит один игрок, который говорит: если вы облегчите запуск там спутников, то у вас там будет то-то, то-то и то-то. А дальше уже... Слушай, ну понятно, мы говорим все-таки пока о сверхлегких ракетах, да, или о разрабатываемых двигателях к ним, о спутниках. А что касается частной пилотируемой космонавтики, вот как ты думаешь, мы доживем до того времени, когда в России полетят космонавты на частных кораблях? Это было бы просто волшебно. Это было бы, правда, очень классно и прикольно увидеть такое. Спасибо, Саша. Космонавты Роскосмоса, кстати, тоже вовлечены в обсуждение перспектив частной космонавтики в России, так что давайте посмотрим мнение героя России, космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина. Говоря о перспективах развития частной космонавтики в России, мне кажется, очень важным является государственная поддержка, но не в смысле выделения финансирования какого-то кому-то, да, а именно создание благоприятной юридической базы для деятельности компаний в космической сфере. На сегодняшний день, на мой взгляд, их деятельность очень непроста в рамках тех законодательств, которые есть. И именно создавая им какие-то преференции, оказывая помощь в таком ключе, мы добьемся того, что большее количество компаний захотят вообще работать в сфере космоса. А какой бы эта работа могла быть, мне кажется, всегда нужно исходить из задач. Ну, кстати, именно Александр Мисуркин стал первым специальным корреспондентом информационного агентства ТАСС на Международной космической станции. Следующее такое особенное журналистское удостоверение получит Олег Артемьев, командир бауманского экипажа корабля «Союз МС-21». Сотрудничество с агентством ТАСС стало не парадным, а повседневным, в самом хорошем смысле слова, отметил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с гендиректором агентства Сергеем Михайловым. ТАСС первым из мировых СМИ начал работу на борту МКС, открыв свое представительство на орбите 8 декабря 2021 года. Надеюсь, что наш экипаж сможет эффективно там работать, передавать новости, которые будут иметь исключительный и уникальный, беспрецедентный характер. Всего чуть больше 4 минут понадобится кораблю «Прогресс МС-18» для коррекции орбиты Международной космической станции. После проведения маневра средняя высота МКС увеличится на 800 метров. Это необходимо для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» 18 марта и посадкой спускаемого аппарата «Союза МС-19» 30 марта. Включение двигательной установки запланировано на 22 часа 15 минут по московскому времени 11 марта.
Вот МКС «Средняя орбита» станет на 800 метров ближе к звездам, а у нас в студии Николай Вдовин со своей рубрикой «Объекты Вселенной». И астрофото. И астрофото, который всегда смотрит глубже и дальше в самый дальний и большой космос. Коля, что у нас сегодня? Привет, Сережа. Сегодня у нас «Луна в инвертированных цветах», автор Дэвид Глаудзин. Очень оригинальный снимок. Белым цветом можно увидеть моря на Луне, а внизу вот это самый крупный, самый молодой известный ударный кратер на Луне. Он называется Тихо, его диаметр 85 километров. Слушай, можно... прям акварель такая кажется. Это действительно фото? Да, это фото, но, в общем, усилено и изменены цвета, чтобы легче было понять, как вообще выглядят моря на Луне, которых мы надеемся когда-нибудь поплавать. Что еще? Так, следующий тоже очень интересный снимок. Это Black Thorn Salt. Он назван в честь... Ну, в честь кого мы не знаем назван, но это уникальный как камень переводится-то? На Марсе. Black Thorn? Ну, наверное, это черная колючка. Вообще. А, черная колючка. Вот, да. Ну, в общем... ну, действительно, такой коралл похожий немножко, как будто бы с... Что свидетельствует, что на Марсе не так давно была вода. В общем, вот марсианский камень, самый оригинальный, который... нашли ученые. А вот его размер какой? Можешь он сказать? Чуть меньше монеты, да. Чуть меньше монеты. Да, маленький совсем. Да, ну и следующий снимок. Лев в Орионе. Это оригинальный снимок, получен в Ливане Маруном Махмаудом. Это астрофотограф такой довольно известный. В общем, этот газопылевой комплекс находится в Орионе созвездии. Сейчас Орион по вечерам виден. И есть такие знаменитые три звезды. Они в одну линию, это пояс Ориона. Так вот, если посмотреть под пояс Ориона с помощью зеркального фотоаппарата, можно увидеть вот такую вот картинку красивую. Все, что мы очень видим... Очень яркий пояс, оказывается, да? Да-да-да. Кстати, в про космосе была такая же фотография. В общем, вот ребята молодцы, замечают самое интересное. Ну и мы тоже соглашаемся, потому что это действительно уникальный снимок. 20 часов экспозиции, оранжевым цветом водород показан, синим — это кислород. Ну, еще есть здесь зеленый, который мы не видим глазом, но это сера. Ну, в общем, это газопылевой комплекс в Млечном пути. Какие фото в объектах Вселенной? Ну, сегодня у нас в объектах Вселенной очень известная туманность М57 кольцо в созвездии Лира. Смотрим. Месье 57. Туманность-кольцо. Это одна из самых популярных целей среди так называемых планетарных туманностей у любителей астрономии. Она имеет хорошую поверхностную яркость и легко может быть обнаружена даже в относительно скромные инструменты. Кольцо можно найти в летнем созвездии Лиры. Своими формами на фотографиях туманность напоминает космический цветок, но на самом деле М57 — остаток звезды небольшой массы. Температура белого карлика, который находится в центре туманности, около 100 тысяч градусов Кельвина. Эта звезда на последней стадии эволюции сбросила с себя несколько слоев оболочки, которая состоит из водорода и гелия, а также небольшого количества кислорода, азота и серы. В пространстве оболочки расширяются со скоростью 30 км в секунду. Кольцо относится к классу биполярных туманностей, потому что обладает плотными экваториальными кольцами. Протяженность Месье 57 — один световой год. В 1179 году, независимо друг от друга, туманность впервые обнаружили астрономы — охотник за кометами Шарль Месье и Антуан Даркье де Пелопуа. Туманность-кольцо стала второй открытой планетарной туманностью после М27 Гантель, которая была обнаружена на 15 лет раньше. Месье 57 астрономы описали как очень тусклую, но хорошо очерченную туманность размером с Юпитер, которая выглядит как тусклая планета. От нас до этой туманности 2300 световых лет. Совместный творческий конкурс для студентов МГТУ имени Баумана «Космический десант» продолжается. Финалисты состязания побывали на предприятиях Роскосмоса. Николай Вдовин прошел тропой космического десанта и сейчас расскажет все подробности. Московский государственный технический университет имени Баумана – настоящая кузница космических инженеров. Именно они, выпускники легендарной Бауманки разных лет, составляют экипаж корабля «Союз МС-21», который 18 марта стартует на орбиту. А в поддержку им на Байконур отправится и космический десант бауманцев. В
январе во время королевских академических чтений госкорпорация «Роскосмос» объявила конкурс для студентов, обучающихся по целевому направлению предприятий космической отрасли. Приз для 5 победителей – экскурсия на космодром, где студенты своими глазами смогут увидеть запуск пилотируемого «Союза». А пока ребята из космического десанта, финалисты конкурса, продолжают свое знакомство с ракетно-космической отраслью, посещая предприятия «Роскосмоса» в Москве и Подмосковье. Чтобы пройти финал этого конкурса, нужно было пройти ряд испытаний. Такие, как написать сочинение, 250 слов, на тему «Почему я хочу работать в ракетно-космической отрасли?» Пройти собеседование, предоставить свои достижения. Я теперь не могу спокойно смотреть на стыковки союзов, на прогрессы. Мне интересны форматы, режимы, в которых они работают. На прошлой неделе студенты посетили ЦПК имени Юрия Гагарина, где впервые увидели тренажеры, центрифугу, макеты кораблей и российский сегмент Международной космической станции, а также узнали, как готовят космонавтов к полету инструкторы центра. Выпускник Бауманки, по сути, он может самообучаться, самосовершенствоваться и выйти за рамки того профессионального навыка, который им дают именно по специальности в МГТУ. Ознакомительные экскурсии продолжались и на предприятиях Роскосмоса. Одно из них – Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, сокращенно ЦИНКИ, и его филиал – Научно-исследовательский институт стартовых комплексов. Здесь ребята много узнали о том, как устроены космодромы и стартовые площадки для разных ракет-носителей, а также увидели, как проектируются и рассчитываются нагрузки на конструкции при пусках ракет. Мы пока молодые, нам нужно искать себя, чтобы мы занимались не тем, что мы хотим. В ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве финалистов конкурса ознакомились с историей создания транспортных пилотируемых систем и новыми перспективными проектами легендарного предприятия. РКК «Энергия» — это предприятие с грандиозным прошлым и с прекрасным будущим. Вот, стать частью этого будущего для меня большая честь. Свою бы деятельность я бы хотел связать с расчетами. В Химкинском НПО «Энергомаш» показали студентам производство лучших жидкостных ракетных двигателей в мире. А в Центрально-научно-исследовательском институте машиностроения рассказали о робототехнических системах и планах по изучению ближайшего космоса и Солнечной системы. Но, несомненно, одним из важных визитов стало посещение космического центра имени Хруничева в Филях, где студенты лично смогли увидеть своими глазами, как создаются и готовятся тяжелые ракеты-носители России — «Протон» и «Ангара». Я посетил цех сборки ракет-носителей «Протон-М» и был очень вдохновлен данным местом. Я думаю, что даже размеры «Протон-М» и его сила — это не предел, и мои будущие проекты, мои будущие ракетоносители смогут быть не хуже, а может быть и во много раз лучше. Конкурс «Космический десант» госкорпорации «Роскосмос» и МГТУ имени Баумана подходит к финалу. Впереди у 5 счастливчиков Байконур. У ребят будет возможность увидеть, на какую высоту могут залететь космические инженеры-бауманцы Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Спасибо за внимание. Увидимся через неделю в программе «Большой космос».